на Комтрансе сегодня у нас очень позитивные ощущения. То есть мы видим, что здесь много клиентов. Мы, как пресса, традиционно с нами. Вот наши коллеги по нашему, как говорится, цеху, все представлены достаточно широко, успешно. И эта выставка для нас площадка, где мы встречаемся с нашими потребителями, коллегами, производителями компонентов. За те 5 дней, что мы будем здесь, мы успеем провести много встреч, отработать с максимальным эффектом и обеспечим контакт между клиентом, потребителем и нами. Добьемся максимальных результатов и постараемся сделать это не только площадкой делового общения, но и досуга. То есть я подчеркиваю, что в субботу мы взяли традицию с организатором выставки проводить детский день.